Отвертку. Эй, Бен, а джетпак уже готов? Эй, Том, а джетпак уже готов? Ну-ка, убери руки. Ау! Будет готов, когда надо. Будешь мешать, все равно быстрее не станет. Бен, Том почему-то не хочет мне отвечать. Джетпак уже готов? Вроде готов или еще нет? Нет, то есть да, не готов. Ладно, ну раз я помогаю, я буду первым, кто с ним полетит. Нет, не будешь. Но ты же обещал. Нет. Дай сюда. Ну ладно, пойдем. Эй, отпусти меня. Нельзя так с летчиком-испытателем. Вот, побудь здесь, это помощь. А? Джинджер! Джинджер! Стой! Кажется, джетпак еще не готов. Глупо, я требую меня освободить. Эй, ребята, наш джетпак, он готов. Если был бы готов, мы бы с ним не возились, верно? Что? А, нет, я не спрашивала, готов ли джетпак. Я просто пела свою новую песню. Моя любовь как джетпак. А вы, значит, работаете над ним? Ха, забавное совпадение. Ой, что случилось? Вот что случилось. Я лишь пытался им помочь. Мы не закончили джетпак, потому что Джинджер всюду лезет. Ой, да ладно, конечно, Джинджер увлекся такой классной штукой, как джетпак. Он ведь ребенок. Да, я ребенок. Слушай, Том и Бен сейчас работают, не надо их отвлекать. Но зато ты мне можешь помочь с песней о джетпаке. Ты споешь о том, как я с ним летаю? Нет, это метафора. О любви. Любовь? Фа! Нет! Хэнк, что ты делаешь? Скажи, что это что-то веселое. Джинджер, я смотрю новый сериал «Малыш-ниндзя». О чем там? О ниндзя. Посмотрим. Я ограбил магазин, булочную и лавку фейерверком. А теперь вскочу на краденый мотоцикл и укачу прочь. Не спеши, сэр Джо Пэддингтон. Это «Малыш-ниндзя». Главный герой – малыш-ниндзя. Он, так сказать, малыш-ниндзя. Мое искусство победило тебя! Как тебе удалось, малыш-ниндзя? Хэнк, это лучшее, что я видел. Я хочу стать ниндзя и получать все, что захочу. Вообще-то, Джинджер, быть ниндзя значит намного больше, чем получать то, что ты хочешь. Поверь мне. Что это ты загадочно подмигиваешь? Не знаю, о чем ты спрашиваешь. Выглядит так, как будто ты пытаешься на что-то намекнуть. Хэнк, ты ниндзя? Вот мой ответ на твой вопрос. Стать ниндзя непросто. Я вступил в фан-клуб «Малыша-ниндзя», загрузил учебник с тренировками и купил фирменную повязку. Научи меня, как стать ниндзя, пожалуйста, 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 я на все готов! Хорошо, я покажу тебе путь ниндзя. Но существуют три правила. Первое, делай все, что я скажу. Второе, используй силы ниндзя только для добра. Все, иди. Ладно, но это только два правила. И это твой первый урок. Не понимаю. До сих пор я думал, быть ниндзя значит прыгать и выкрикивать прикольные звуки. И это тоже. Но сперва очисти свой разум, чтобы учение ниндзя могло туда зайти. А это выйти. Ау! Эй! С чего это ты так? Сказал же огненный муравей. Чтобы делать прыжки как ниндзя, нужно сначала очистить свой разум. Ты сделал это нарочно, чтобы я не смеялся. А, наконец-то начинаешь понимать. Ниндзя должен уметь делать невыполнимые вещи с закрытыми глазами. Ниндзя – эксперт во всех видах хитростей.
сразу ниндзя не должен ни на что отвлекаться. Мой зад нехорошо себя повел. Анжела, ты в этом уверена? Том, я пишу песню о джетпаке. Если у меня не будет реального опыта, как я смогу выразить в своей песне чувства? Я готова! Обратный отсчет. 3, 2, уже пошла. Джетпак, любовь возвышает, как джетпак, малыш. Ой, это скверно. Снимите меня! Джинджер, ты спас меня! Но он не взял джетпак! Отлично, мой юркий сверчок! Аригато, сенсей! Стоп, стоп, стоп! Что происходит? Почему Джинджер не пытается стащить джетпак и улететь? Потому что Хэнк научил меня пути ниндзя! Да! Ну, понятно. Итак, ребята, пора, наконец, полетать. Если это сработает, скоро джетпак будет в каждом доме. Представьте, никаких пробок, никаких лифтов или пробок в лифтах. Всем привет, это я, Говорящий Том. И мы начинаем прямую трансляцию нашего первого тестового полета. Взгляни на себя. До обучения ты пытался бы украсть эту штуку. Теперь ты спокоен, как истинный ниндзя. Да, учитель, мой дух ниндзя силен. Эй, Бен, скажи-ка зрителям, какова максимальная скорость этого малыша? Приблизительно 240 километров в час! Это так? А если вы размером с нашего Джинджера, то можно разогнаться и до 320! Помни, дитя, ниндзя спокоен. Да, быть ниндзя — это не только получать то, чего я хочу! О, еще одно! Гоночные полоски! Стабилизаторы! Гоночные полоски, стабилизаторы! Чудо! Вообще-то, я должен был лететь первым, но я хочу сделать исключение. Кое-кто здесь заслуживает полета больше меня. Кто-то, кто доказал, что достоин этой великой чести. Я стану первым, кто испытал джетпак! Это будет самый лучший день в моей жизни! Я имел в виду, что поплыву туда, куда несет меня река жизни. Итак, эта личность очень хочет испытать эту штуку. Я приглашаю самого достойного Анджелу. Что? Она помогала нам с тестовым запуском. Так что это будет твой второй полет с джетпаком, если так подумать. Конечно, Том, так все и будет. Джинджер, спокойно. Помни об обучении. Помни об этом. Курок, ниндзя! Вы никогда мне ничего не разрешаете. Ну и ладно. Если вы не дадите мне джетпак, я воспользуюсь своими неограниченными силами и отберу у вас его! Нет, Джинджер, ты все еще можешь поступить правильно! Зачем мне это? Все обходятся со мной, как с маленьким. В то время как я, малыш-ниндзя! Я ниндзя-малыш! Слушай внимательно, навозный жук. Я не позволю тебе использовать силы ниндзя во зло. Я! Если на то пошло. Верно, учитель. Против своего ученика. Да, хоть я этого и не хотел. Откуда взялась эта музыка? О, это мой новый ниндзя-рингтон. Минутку. Да, мама. Не могу сейчас говорить. Я собираюсь сразиться с Хэнком. Да. Ладно, приду к ужину. И я тебя люблю. Готовься к гибели, Хэнк! Эй, не этот актер играл брата малыша ниндзя. Так вам дам. Что? Где? Это мой джетпак!
Сайонара! Это значит пока! Ну, он хотя бы работает. Зачем ты снимаешь меня? Ты должен снимать полет! Судя по всему, сделать из Джинджера-ниндзя было плохой идеей. Ты прав. Как говорил учитель малыша-ниндзя, когда ты обладаешь огромной силой, ответственность – это то, о чем нужно думать прежде всего. Это верно. Но куда делся Джинджер? Нам стоит беспокоиться? Я ни о чем не жалею! Ой! О-о! Кувырок-ниндзя!